Так, значит, пилим два бревна разного размера. Вот там первое бревно 18, это бревно на 22. Проще всего у меня рама стоит вот здесь. Когда я поднимаю пилу, сразу смотрю, где будет стоять пила, и прикидываю по линейке, что нам надо. Так, на 18,5 снимется с горбы, с первого бревна, который на 18, и проезжаю дальше. Проезжаю и теперь, если я пилю дюймовку, прибавляю дюймовку, допустим, 18,5, у нас доска на 22, 2,5 прибавляю, получается 21. Все, 21 у нас как раз снимается здесь горбы. Снимается горбы. Ну и там макушка по земля снимается. С первого бревна будет доска, а со второго бревна будет горбы. Ну все. Вот так вот получилось. Снял я. Здесь горбулину снял. Все. Здесь выйдет доска, там горбуль.